продолжение рассматривать. Подойдите. Тенка кайтен. Атеми. Смотрим на руку. Втягиваем партнера. Он прихватывается. Повисли вот здесь, прихватились, повисли. Тема такая, вы должны оказаться у нее ноги, вас сами болеют. Видите как, у меня ноги вот так. Теперь ноги так, да, стоят. Вот, мы подсели. Вот. Он прихватывается. Видите? Вот. За счет этого. Возьмите так руку. Ставь правильные ноги. Ваша задача зайти сюда. Вот. И когда вот эта нога подтягивается, уже в этот момент происходит ход бедро. Остановили. Остановили. Пошли. Айда зуб. Вот вы вышли. Смотрите на руку вверху. Ваша спина становится, это как бы немножко боком к партнеру. И плашмя он к ней уже прилагается, к спине. Эта рука боли отталкивает от себя. И выпрямляем ноги, натягивая партнера. Все. Если партнер... Ну, это основа всех бросков через бедро, кошмар. Если партнер выше вас, вам даже не надо сильно под него подсаживаться. Потому что уже мы находимся... Вот, видите? Можем его вытащить. Ну, вот сюда. Чисто это выпало. Сюда вошли. И сейчас, кто может, ну еще кошка, кто кому же надоело, уходите на колени. Вывели. Атеми. Так же все. Все так же, только уходим на колени. Давайте все так поднимем. Все будет находиться. Атеми. Айзу. То есть выход вы делаете вот так. Сейчас я хочу, чтобы вы вышли в кошеноге позицию. В такую. Вот, вы вышли. Вот для этого. Видите? Но просто опустились. У вас другая позиция. Вот тут бросок происходит. В той форме вот тут бросок происходит. Я мог так же и кушать сделать. То есть вы вышли сюда. Вот, отыми. Вот. Подтянули ногу. Тогда кушай ногой. Подтянули, опустились. Сколько ноги? Это же.